Здравствуйте, с вами Ксения Кузнецова и Иван Кузнецов. Мы продолжаем нашу серию уроков «Пятиминутка для здоровья». В этом видео и в этой серии мы говорим и показываем простые упражнения, которые можно выполнять за 5 минут без всякого разогрева и уже сразу же почувствовать какое-то небольшое облегчение, какую-то радость. Что ж, сегодня у нас 5-минутка для гибкости позвоночника. Упражнение будем делать стоя. Показывает Ксения Кузнецова на экране, а я буду объяснять за кадром. Удачной вам тренировки! Итак, упражнение для гибкости позвоночника. Опять же, условное название. Ксюнечка, встань, пожалуйста, боком. Ноги на ширине таза, либо на ширине плеч, слегка согни коленки. Вот так вот, коленки слегка согнем. Угу. Далее мы фиксируем руки, то есть мы никуда руками не двигаем, двигаем только грудную клетку. Первое движение, как будто бы нас вытягивает за грудную клетку вперед, за солнечное сплетение. И раз, и обратное движение, как будто у нас как будто у нас тянут за позвоночник назад, два. И еще раз так вперед, и раз, и назад, два, и вперед, раз, и назад, два, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, еще раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, еще, вперед, назад, и 3, 4, и 5, и 6, и 7, закончили. Очень хорошо. Итак, в этом упражнении мы следим за тем, чтобы у нас плечи не заворачивались вовнутрь, а работала только грудная клетка. Сейчас лицом к Юнечке, к зрителям встали, пожалуйста. Мы поделаем следующее упражнение. Смещение плеч относительно бедер направо и налево. Направо и налево. Да. Как будто бы нас вытягивают за плечо. Готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очень хорошо. Сейчас мы соединяем все эти два упражнения. Грудной клеткой будем двигать сначала вперед, потом направо, направо, потом назад и налево. Вперед, направо, назад, налево. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ксюнечка, пожалуйста, боком встань и сделай поярче упражнение. Готовы? Можно. И вперед, направо, назад, налево. Вперед, направо, назад. Ты зачем делаешь в нейтральную позицию приходишь? Сразу же по кругу. Ну ты что? Готовы? Еще разок. И вперед, направо, назад, налево. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь. В обратную сторону. Вперед, налево, назад, направо. Вперед, налево, назад, направо, вперед активнее, налево, назад, направо, вперед, налево, назад, направо. Отлично, теперь мы сделали пранья, лицом, пожалуйста, к нам. Сейчас мы сделаем это движение без пауз, то есть круговое движение грудной клетки по кругу. Готовы сначала в одну сторону, а затем в другую сторону. Поехали. И раз, и два, и три, и четыре, еще пять, и шесть, и семь, и в обратную сторону. И
Раз. И два. И три. И четыре. Свободнее. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Закончили. Что ж, возьмите себе это упражнение на вооружение в свой арсенал. Что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Если вам это видео было полезным, понравилось, поставьте этому видео палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Все ваши вопросы задавайте в комментариях, ваши вопросы, пожелания, какие вам бы еще хотелось увидеть. Все оставляйте в комментариях под этим видео. Ну а на этом все. Показывала Ксения Кузнецова. Комментировал Иван Кузнецов. До встречи в новых уроках. Всем пока.